Успешных предпринимателей Ненецкого округа поддержат на национальной премии. 26 февраля пройдет региональный этап премии «Бизнес-успех», на котором выберут лучшие бизнес-проекты. Регистрация на участие продлится до 16 февраля включительно. Национальная премия пройдет в этом году в 10-й раз. Оценивать проекты участников регионального этапа будут известные эксперты и бизнес-тренеры. Кроме того, в рамках мероприятия члены жюри проведут мастер-классы по своей специализации. Премия «Бизнес-успех» – это федеральный проект, совместный проект «Опоры России», Агентства стратегических инициатив, Общественной палаты Российской Федерации при поддержке корпораций малого и среднего предпринимательства. Сам проект направлен на популяризацию предпринимательства и бизнеса. Участие в мероприятии бесплатное. Желающим нужно пройти регистрацию на сайте и заполнить анкету. Все заявки пройдут отбор, и жюри премии выберет 15 финалистов, которые презентуют свой бизнес-проект 26 февраля на конференции. Победители по 5 номинациям, за исключением народного предпринимателя, будут представлять свой бизнес в Москве, но предварительно они как приз за победу в своей номинации получат акселерационную программу. Это программа, состоящая из 5 дней пребывания в Москве с посещением мастер-классов, посещением интересных мест, встреча с успешными предпринимателями и культурная программа. На самом деле это очень хороший приз, за который стоит побороться. Мероприятие организовано Центром развития бизнеса «НАУ» в рамках реализации в Ненецком округе национального проекта поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы и состоится на базе Дворца культуры «Арктика».